Здравствуйте, сегодня среда, 16 марта, в эфире новости от Maxi Markets. В этом выпуске прогноз по основным валютным парам и драгоценным металлам, макроэкономические новости, обзор календаря экономических событий, а также видеоуроки для опытных и начинающих трейдеров. Пара евро-доллар предпринимает попытки оттолкнуться от поддержки 1.1070 и восстановить часть утерянных позиций. Низкая активность трейдеров, обусловленная ожиданиями трейдеров решения по процентной ставке ФРС США, будет способствовать сохранению сложившейся тенденции в ближайшее время. Ближайшие поддержки расположились на уровнях 1.1050 и 1.1010. Сопротивлениями по-прежнему остаются уровни 1.11 и 1.1125. Положительные данные по количеству заявок на пособие по безработице в Великобритании и отчет о росте заработной платы не впечатлил покупателей британской валюты. И после роста котировки вновь пошли вниз. В нашем дальнейшем прогнозе на сегодня предполагаем повторный пробой поддержки 1.41 и снижение к уровням 1.4070 и 1.4030. При развороте и возникновении коррекционного роста сопротивлениями послужат уровни 1.4140 и 1.4174. Золото, как мы и предполагали, продолжает движение в пределах отметок 1229-1235 долларов, предоставляя трейдерам возможность торговли внутри указанных пределов. С открытием американских торговых площадок мы предполагаем активизацию трейдеров и возможность пробоя одной из границ коридора. При возобновлении роста сопротивлениями будут отметки 1237 долларов 60 центов и 1241 доллар. Поддержками послужат уровни 1227 и 1224 доллара. Неудачная попытка покупателей серебра преодолеть сопротивление 15 долларов 28 центов закончилась новым разворотом цен на снижение, сигнализируя о недостаточной силе восходящего движения. В нашем дальнейшем прогнозе на сегодня предполагаем снижение к дневному минимуму 15 долларов 17 центов, пробой которого позволит продавцам продолжить движение к отметкам 15 долларов 10 центов и 15 долларов 3 цента. Сопротивления по данному активу расположились на уровнях 15 долларов 40 центов и 15 долларов 43. Обратите внимание, выход крайне важных новостей по британской экономике ожидается завтра в 15.00 по московскому времени. В это время будет опубликовано одновременно сразу 6 важных показателей. Это решение Банка Англии по процентной ставке, планируемый объем покупок активов, протокол Банка Англии и голоса за снижение, повышение и сохранение ставки. Такой мощный пакет данных может впрямую увеличить волатильность британского фунта и расширить перспективы заработка. В долгосрочных прогнозах по паре фунт-доллар аналитики JP Morgan и Goldman Sachs говорят о восходящем тренде. Будьте в курсе событий, открывайте сделки, зарабатывайте на новостях. Информационный видеоканал Maxi Markets теперь в прямом эфире на YouTube. Подпишись и будь в курсе. Подпишитесь на канал Maxi Markets TV. Будьте в курсе событий. Для подписки перейдите на сайт YouTube по значку в правом нижнем углу видео. Нажмите на красную кнопку «Подписаться». Будьте в курсе событий. Открывайте сделки, зарабатывайте на новостях.